находимся в Фокино, около магазина «Вылазер» по проспекту Карла Маркса. Вот она, гостиница. Сейчас мы пойдем туда. По пути в гостиницу мы увидели «Дипломат», торговый центр. Крымская, 28. Девятиэтажная. Сейчас мы узнаем, сколько здесь сутки. Гостиничный комплекс «Тихоокеанский». Здесь бронирование номеров, ну, хотя бы за 10 дней, за 20 дней можно. Но в наличии, вот сейчас мы зашли, не было ни одного номера. Стоимость одного номера двухместного, одноместных нет, стоит от 2600 рублей. Постников 14. И дорога на Крым. Постников 14. Когда-то был морская 14. Здесь вот фрукты-овощи, ларек. Дальше Постникова 16. А дальше уже дальше. Девятиэтажки. Ну, мы пойдем здесь. В школе номер один. Это Постникова 8. Вон первая школа. Гимназия, 259 номер. Здесь вот пришкольный участок, спортивные брусья, стадион. Все это при школе номер один. Когда-то в бывшем номер один. Сейчас номер другой. Мы пролезли сюда через узкую щель. Средняя общеобразовательная. Номер 251. Кто учился
в этой школе, им будет интересно ее поглядеть. Сегодня 18 августа 2016 год. Вот мы выходим. Постникова 3. Здесь находится стоматология, адвокаты, бизнес-дом. Это поликлиника. Здесь вот Техас проект, организация. Здесь отдел ЗАГСа. Сберкассы. Сюда, иди. Иди сюда. Вот это у меня маг. Постникова 11, это дом. Это кафетерий. Все знают этот кафетерий, кто когда-то заходил сюда. Здесь находится баня. Клубная 15. Это лечебный корпус с отдельно стоящими инфекционными отделениями первого учреждения Российской Федерации. Клубная 13, 19. Очень четвертый год строят. Да, срок очень большой, из кирпича красного. Очень большой объект. А дальше мы видим церковь. Храм открытый с 9 до 18. За храмом находится наш легендарный мост, который идет на БМК. Раньше здесь были танцы. Здесь раньше стояла площадка, где устраивали танцы. Все ходили сюда. Это бродячая кошка.
их не так много. Привет, Тихоокеанска! Мы идем на стадион. Когда-то на этом стадионе проходили школьные и союзные спартакиады. Когда-то я здесь и даже в хоккей играл. Стадион Дзято, город Фокино. Это было 35 лет назад. Там вдали вторая осень. Здесь места для болельщиков. Сейчас немноголюдно сегодня. Немноголюдно. Это многолюдно будет тогда, когда зима наступит. Ну ладно, поступили. Наше путешествие продолжается. А там эта тропинка идет в госпиталь. Но мы туда не пойдем. Это рыбничок. Когда-то рыбничок был. Миха! Это походки его знал. Там находится гора Халаза.
Это новый торговый комплекс. Его делают тоже уже 3 года. 2013 года. Тогда только свай забивали. Постникова 13. Здесь находится универмаг. Оживленная находка Владивостока. Техника, Гетландия. Оживленная трасса. Вот тут по Владивостоку. Да, после пожара здесь уменьшенный вид универсального рынка. Здесь супермаркет Fresh. Очень хороший магазин. Раптово взял. В будущем вот эти магазины откроются. Ну ладно. Ладно. Пойдем посмотрим. Ускурис, находка. Вот идет автобус. Ускурис, находка. Завтра мы поедем в Владивосток. Вот такая остановка. Здесь автовокзал Тихоокеанский Фокино. Завтра мы отсюда поедем во Владивосток. Дальше идет трасса наверх. На рынок пришли. Сейчас посмотрим на рынок.
Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А где Мария? Она будет в субботу. В субботу будет? А что так плохо? А мы хотели нам завтра и уезжать. А что вы хотели? Нет. Пойдем. Это рынок. Сейчас это там по другой дороге. Что-то офицерское кафе сегодня вообще не работает. Пойдем посмотрим, вот оно сегодня работает, но навряд ли это. Дом техники, радиоволна, кафе «Дельфин». Что-то мы вчера хотели зайти, так и не зашли. Видимо, вообще на какой-то период закрытый. Так что я смотрю, кафе «Астория» тоже, наверное, в ремонте. Что-то второй день, третий день не работает. Сейчас мы посмотрим памятник Марии Цукановой. Памятник Марии Цукановой был открыт в 70-х годах. Десантником 355-го ПГБМП ТОВ, погибший в Сесинской десантной операции в августе 45-го года. Вечная память отдавшим героям. Вечная память героям, отдавшим жизни за свободу корейского народа. О! Там дальше находится кинотеатр «Спутник». Если я говорю.
здесь списки, но без фотографий. Почетные граждане города Фокино. Яценко Александр Аврамович. Вот Яцюк Василий Никитович. Вот я его знаю. Мамин друг. Кстати, он еще Олежка. Он же старый. Это у нас парк. Это площадь Фокино. На этой площади многие мероприятия проходят. Военные парады. Всякие-всякие. Это дом офицеров флота. Когда-то сюда мы ходили кино смотреть, театр приезжал. На этой площади всякие праздники проходят, будь то День молодежи, День военно-морского флота. Здесь у нас памятник, вечная память павшим защитникам Отечества. Сегодня четверг, сегодня немноголюдно. А вот выходные дни, да, большое количество людей ходит. Thank you.
Здесь памятник Владимиру Ильичу Ленину. Люди им нравится, гуляют. Здесь ларек находится, киоск, союз печать. Ну больно, и что, сама дура побежала. Здесь находится Принцов банк. Мы сейчас посмотрим. Раньше был здесь гастроном Чайка. Кто-то помнит по старым временам. Что здесь когда-то был гастроном Чайка. 60-х, 70-х годов. Потом здесь был. Здесь была кафе. А сейчас находится Принцов банк. Давайте пройдемся по улице Мищенко. Вот это Мищенко 2. Мищенко 7. Дальше. Это Мищенко 3. Так себе. Мы подходим ближе. А вот дальше Ключевая 2. Под это я там жил. Это Мищенко 4. Четырехэтажная Таня. Мы сейчас прямиком идем в школе номер 2. А там когда-то был 309 УНР. Я в 82 году работал там мастером. Строительным мастером. Здесь Ключевая 4Б. Здесь когда-то был переговорный пункт и почта. Мищенко 6. О, в этой квартире, где я когда-то проживал, это Мищенко 7. Я когда-то здесь жил, во второй квартире, а сейчас здесь открыли
Магазин, во! Здесь открыли магазин. Мищенко 7, дом. Это Мищенко 8. Здесь когда-то был спортивный магазин, но он только не снаружи, а внутри этого здания. А здесь сделали магазин мебели. Мы вот сейчас подходим в школе номер 2. Здесь я 10 классов закончил. Учился с 1969 по 1979 год. Эта школа была построена в 1956 году, уже была. Ну, вот здесь написано. год. Учиться, учиться и учиться, как сказал великий Ленин. Сколько раз я проходил здесь. Сейчас здесь находится детская школа искусств. Сегодня закрыто. А это охранник. Он спрашивает, какого? Почему вы так поздно? Давайте зайдем за угол и посмотрим дальше, что здесь когда-то было. Справа находится другая школа. Она и находится 252-я. Здесь когда-то у нас была коробка, да, спортивная коробка. Хоккей играли, футбол играли. Там дальше мастерские. Был предмет тогда труд. В левой стороне мальчики, в правой девочки. А вот здесь закуток. Здесь все желающие школьники могли покурить после урока или во время урока. Мы сейчас выходим и направляемся вверх по улице Комсомольская.
Здесь Мищенко 7 дом. Когда-то я здесь жил. Здесь получается вот здесь вот и веревки. Когда-то я выносил веревки, сушил белье. Здесь у меня знакомые были. Здесь рядом находится садик. Огонек. Комсомольская 9. Кому-то будет интересно. А это Комсомольская. Тоже четырехэтажное здание. Это был Комсомольская 7 дом. А здесь находится Комсомольская 8. В этом доме я проживал. Ну, 10 лет, да, точно. Дядька, а вы зачем снимаете город? А для чего? Вот мы вошли в двор, где я жил когда-то. Здесь у нас была площадка. Вот Комсомольская 8. Здесь я жил на третьем этаже, на другой стороне. Да ты че? Там находится дальше Усатого 26. Сейчас здесь пройдемся по улице Усатого.
вот этот дом Усатого 5. Усатого 22. Через дорогу. Аптека находится. Нам еще немножко осталось, и мы до кинотеатра «Спутник» дойдем. Это дом Усатого 1. Все дома четырехэтажные. Престиж, компьютер. Пошел. Кинотеатр «Спутник». Когда-то мы сюда приходили, кино смотрели, театр приезжал, и на детские сеансы, и на взрослые сеансы. Здесь у нас находится, когда-то было кафе, тоже офицерское кафе. Очень было так пустовало. А сейчас здесь сделали фитнес-клуб. Ну а что, спорт нужен. Где-то Цукановой 4. Здесь фитнес-клуб сделали, который работает с 9 до 21 часа. А вот здесь вот, интересно, это улица у нас Цуканова. А здесь у нас когда-то было ателье, но здесь все переменилось. Цифровой супермаркет какой-то, банк, торговый центр «Давид». «Товкомбанк», Цуканова 3. Сейчас мы пойдем по Аллее Славы.
Да, когда-то я это здание снимал. Здесь были выбитые окна. Здесь вторая зонника. Аллея. 50-летие Победы, Великая Отечественная война, 1941-1945. Давайте пройдемся. Парк хороший. Зеленое все. Большая зеленая зона. Большая зеленая зона. Какие дети отдыхают, взрослые. Они, наверное, там вообще летом в городах не живут, потому что их гоняют. Большая зеленая зона. А, это даже без датки пришло, да? Не хочу на шестую. Мы сейчас подходим к памятнику 300 лет флота. Лет российскому флоту. Памятник поставлен в 1996 году. А где он? Куда? Около дома офицеров флота
имеется свой корт. Давайте заглянем туда. Дорогие играют. А, ничего, да? Двое на два. Мы около дофа. Дома офицеров флота. У нас здесь проходят парады по площади. Сейчас мы посмотрим. Адмирал Фокин Виталий Алексеевич. 1906 год, 1964 год. Командующий кто? 58-62 год. Поселок Тихоокеанский, преобразован город Фокино. Указом Президиума Верховного Совета РПСР 4 октября 1980 года. Что-то здесь не то. А в это время еще Балашкота 18. Фокино было гораздо позже. Дом офицеров. Приморской флотилии. Тихоокеанцы, погибшие в авиакатастрофе 7 февраля 81 года. Приморская флотилия родных сил, кто? Вице-адмирал Тихонов Василий Федорович, контр-адмирал Постников Василий Сергеевич, капитан первого ранга Прокопчик Анатолий Васильевич, 4-й флотилии подводных флота, кто? Вице-адмирал Белышев Виктор Владимирович, контр-адмирал Пирожков Раймон Иванович, капитан первого ранга Пивоев Владимир Ильич, 10-й оперативный эскадра ТОП, контр-адмирал Чулков, Жанч Константинович, капитан первого ранга Березной Виктор Павлович. Эти люди когда-то погибли в катастрофе в 1981 году. Мне как-то посчастливилось увидеть Тихонова Василия Федоровича 1977 году, когда он посетил госпиталь. Этими именами были названы улицы
в городе Фокино. А здесь когда-то у нас было обозрение к детские игровые площадки были здесь. Но сейчас что-то их нету. Ну, сейчас мы пойдем вверх. Лопух. Он такой маленький. Лопух. На Сахалине больше природы. Иди. Это мой друг Потапов Александр. Мы вместе когда-то учились и жили на Комсомольской 8. Пойдем на лавочку. Самый классный друг. Трасса Владивосток на Фоке. Здесь вывеска. Находка 50 километров, Крым 6 километров, Дунай 24.
Сегодня мы последний день в Фокино. Завтра мы уезжаем в Владивосток. А потом мы на Сахалин. Сегодня 19 августа 2016 года. На 11:20 мы отъезжаем в Фокино. Сегодня дождик был. Мы сидим на автовокзале.